Ну, в российской реальности это как? Допустим, на улице минус 20. Вот да. Сюда зашло минус 20. Да. Сколько будет после рекуператора? Сколько вот сюда будет приходить? Вот сюда будет приходить... Без вот этой штуки. Да-да-да, я понял. Сюда будет приходить где-то плюс... Плюс 18, плюс 15, плюс 18 градусов. Но это без всяких преднагрев. Без всяких, да, 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 да. Дальше, когда мы включаем, допустим, нам плюс 18, да. Достаточно холодный воздух. Да. Включаем вот эту штуку. Да. Как называется еще раз? Догреватель. Догреватель. Сколько он потребляет? Вот здесь стоит 1,5 киловатта. 1,5 киловатта. Да. Ну только это именно когда совсем холодно. Это когда совсем холодно, да. То есть, наверное, примерно от минус 10 и ниже, да? Очень часто люди используют вентиляцию, вообще не включают нагреватель, потому что у нас в квартирах бывает такая ситуация, что перегревается наоборот система отопления. Даже наоборот это. Да, это является как бы. Да, 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 да. Но иногда и в домах так делается. А вентиляторы, которые воздух гоняют, они сколько потребляют? Этот вентилятор там потребляет там 100-150 ватт. То есть вот они два потребляют там 300 ватт. 300 ватт, и максимум, это киловатт 800, если включать вот эту штуку. Да. А если ее не включать? Ну, 300 ватт. Да, ну это в принципе.